Состояние дорог, ведущих к побережью, глава региона сначала оценил с воздуха. Вместе со своим заместителем и руководителями дорожных компаний губернатор осмотрели участки трассы Краснодар-Верхнебаканский, а после уже на машине проехали по М4 Дон. В районе села Горское начальник Краснодарского управления Росавтодора рассказал, какие работы еще осталось сделать. Это все полностью ручной труд. То есть укладываются сетки, забиваются камни. Да, значит, я бы сказал, что вы молодцы, если бы мы это смотрели как минимум в январе или феврале. Вот мне сейчас важно понимать, мы к 15 июня завершим ремонтные работы. В вот категорической форме, да. Вот сегодня мне это намного важнее. Да. Мы в самом уже старте начала курортного сезона. 1 июня можно говорить смело, что все, туристы поедут, автотуристы. И мы должны обеспечить качественный, доступный проезд всем, я еще раз подчеркиваю, и гостям нашего края, и жителям нашего края, Черноморскому побережью. Да. Разговор о подготовке кубанских дорог к курортному сезону продолжили на совещании. Одной из принятых мер стало ограничение движения большегрузов в дневное время. Действовать оно будет с 1 июня по 31 августа.